Семена петунии ампельной опера лиловая, петуния опера лиловая, отличаются хорошей всхожестью, быстро дают ростки при достаточном освещении. Растения высаживают в открытый грунт в мае на солнечные участки либо в места с рассеянным светом. Ухода особого не требуется, но нужен частый, умеренный полив. Компактный куст до 30 см в высоту, пускает длинные побеги, до 1 метра, с густой листвой. При высадке на клумбу формирует большие шары, в корзины, каскадные ветви. Обильное, массовое цветение продолжается с июня до октября. Цветы лилового окраса с розовыми прожилками. Диаметр распустившегося бутона 7 см. Петуния ампельная опера лиловая – это однолетнее растение. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает петуния ампельная опера лиловая в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.